Вы можете полностью воспроизвести его личность. Вы для нас делаете его живым. Искренние эмоции самых близких людей не обрамить в слова. Портрет дважды героя Советского Союза висит в актовом зале 46-й школы на видном месте. Для учеников Иван Семенович Полбин – символ отваги и стойкости. Для своих внучек – пример для подражания. Анастасия Нежурина приехала на родину прадеда из столицы. Девушку покорило, с какой увлеченностью дети воссоздают историю. Ее можно прочесть в каждой экспозиции музея, посвященного Ивану Семеновичу. Сюда родные герои передали его личные вещи и фотографии. Эмоции у меня, честно говоря, непередаваемые, потому что я обычный человек. Я считаю себя обычным человеком. Но когда я приезжаю в какое-то место, где меня считают правнучкой Полубина, да, то есть именно на это делается акцент, у меня сразу гордость. Я чувствую, что люди не забыли, и это важно помнить. И мне безумно приятно, что людям интересно это. Всероссийская акция «Лица героев» – еще одно подтверждение. О подвигах помнят. Панно «Легенды Симбирского края» стало первым в череде патриотических событий. Примеру последуют во всех школах области. В каждой школе будет размещен баннер с портретом нашего героя, который жил как раз здесь, в Ульяновске, в Ульяновской области. Мы должны помнить их, и это очень важно сейчас как раз в рамках патриотического воспитания молодежи, чтобы наша история не забывалась. Сейчас у нас появляются уже новые герои, которых мы тоже будем чтить и помнить. Командующий 6-м гвардейским бомбардировочным авиационным корпусом гвардии генерал-майор Полбин совершил свой последний полет 11 февраля 1945 года. В 70-х годах в Ульяновске установили бюст героя. В знак памяти о его подвигах жители возложили к памятнику десятки алых гвоздик. Это очередной и, опять же скажу, важный шаг в увековечении памяти наших героев. А самое главное, это не дает возможности каким-то образом, скажем так, искажать историческую правду. Чтобы история не канула в лету, молодежь воспитывают в духе патриотизма. Акция «Лица героев» – один из примеров работы с подрастающим поколением. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.